Важным элементом развития ребенка является его социализация. Спортивные соревнования в этой связи имеют незаменимое значение. Через состязания с другими личность мотивируется на дальнейший рост и стремление к новым высотам. Оператор фитнеса «Люби фитнес», который уже несколько лет является партнером ЗАО «Совхоз имени Ленина», организуя деятельность в уникальном физкультурно-спортивном комплексе, построенном народным предприятием под руководством Павла Грудинина, организовал соревнования по плаванию. Состязались в заплывах представители различных клубов, входящих в фитнес-холдинг. Как обычно, в зале было много зрителей. Началось соревнование с построения участников и парада команд. Генеральный директор компании «Фитнес-холдинг», президент Всероссийской федерации спортивной аэробики, мастер спорта международного класса, двукратный победитель Кубка Европы по легкой атлетике, заслуженный тренер России, выступавший в 80-х годах за сборную СССР по легкой атлетике, победительница Кубка Европы в командном зачете, участница чемпионата мира в Риме Марина Масленникова приветствовала всех зрителей и участников соревнований. Поздравляю вас с открытием нашего чемпионата фитнес-холдинга по плаванию. Обычно я перед соревнованиями своим спортсменам говорю: ты должен показать все на то, что ты способен на сегодняшний день, и даже больше. Поэтому всем участникам я желаю показать свои лучшие результаты и личные рекорды. Желаю всем честной борьбы, достойных победителей. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин пожелал участникам побед, здоровья и мирного неба над головой. Сказать, что, знаете, мечты сбываются в этот светлый день. Когда-то вот с Еленой Ивановной Добренковой, главой, вот она, поприветствуем ее, главой поселения, мы хотели сделать что-то такое для детей, чтобы было очень приятно. Мы хотим вам пожелать здоровья, прежде всего, счастья, успехов, чтобы вы побеждали. Ну и хотим родителям пожелать, чтобы у них всегда были здоровые и счастливые дети, чтобы мирное небо над головой, и чтобы всегда мы встречались здесь по одному поводу. По поводу того, что наши дети – самые лучшие дети в мире. Поэтому поздравляем вас с началом соревнований. Здоровья, счастья и успехов! На открытии с оглушительным успехом выступали участники нашего совхозного кружка барабанщиков. Ведущий мероприятие Александр Губанов объяснил правила соревнований и объявил начало разминки. Студия игры на ударных инструментах BPM культурного центра поселка совхоза имени Ленина. Сейчас мы пойдем. На трибунах царило волнение, когда был дан старт заплывов юных спортсменов. По четырем дорожкам, обгоняя друг друга, к своим медалям устремились пловцы из разных команд. Забегая вперед, скажем, что в общекомандном зачете представители нашего клуба стали вторыми, потому что в эстафете фитнес-тренеров за клуб «I Love Fitness» выступал призер Кубка мира, чемпион России, мастер спорта международного класса, многократный победитель стартов на открытой воде Денис Гаранин. Он обеспечил своему клубу дополнительные секунды для победы. Посетила соревнования народный глава нашего поселения, ныне находящийся в отставке, Елена Ивановна Добренкова. Она пожелала клубу подготовить олимпийского чемпиона. Мне очень приятно, что я бываю на таких больших соревнованиях, которые проходят у нас здесь, в поселке совхоза Ленина, в нашем любимом бассейне. Мне очень хочется пожелать, чтобы мы взяли пример с соседнего бассейна. У нас на развилке есть бассейн «Дельфин».
руководитель Раманадзе Гульнара Джамаловна. Так вот, они вырастили олимпийского чемпиона Евгения Рылова. И я очень надеюсь, что через какое-то время у нас тоже будут свои олимпийские чемпионы. Подводя итоги, Марина Масленникова высоко оценила помощь ЗАО «Совхоз имени Ленина» и его директора Павла Грудинина в поддержке детского спорта. У нас сегодня в нашем замечательном клубе, в совхозе имени Ленина, в клубе «Люби фитнес» проходит открытый чемпионат компании «Фитнес Холдинг» по плаванию. В нем участвуют и дети, и тренеры со всех клубов фитнес-холдинга, в основном Москва, Московская область. Но даже есть команда, которая приехала из Оренбурга. Правда, не в полном составе, потому что дети прилетели, а тренера нет. Однозначно, почему мы проводим эти соревнования здесь, потому что это наш лучший клуб. И всегда все наши соревнования, все наши мероприятия поддерживает Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза. Ему большая благодарность, потому что самые лучшие призы – это призы от совхоза. Мы очень любим это место, очень гордимся этим клубом и нашим сотрудничеством. Павел Грудинин в ответном слове поблагодарил фитнес-холдинг за высокий профессионализм в работе. Совхоз имени Ленина мечтал, чтобы его дети работников совхоза и дети совхоза имени Ленина как поселка всегда ходили в лучший клуб. И вот «Люби фитнесу» удалось сделать так, что, потому что здание – это все-таки полдела, а половина дела – это все-таки организация. И посмотри, какая прекрасная организация, как хорошо, как дети хотят сюда ходить. Вот. И вот сегодняшнее соревнование – это еще говорит о том, что мы беспокоимся прежде всего о детях. Вот часто говорят, где миллиарды совхозов? Миллиарды совхозов именно вот вложены в такие объекты, как школа, детский сад, вот этот вот бассейн, фитнес. Дети тут занимаются спортом, достигают очень высоких высот в спорте. И это очень приятно, потому что здоровые дети – это залог будущего страны. Поэтому наш вклад в будущее России. Мы, видите, какое мероприятие проводим. Спасибо еще раз большое «Люби фитнес», ну и всем-всем родителям, которые таких прекрасных детей воспитали. По окончанию заплыва состоялось награждение. Его проводила мастер спорта международного класса. Было много эмоций и радостных победных воскликов. В завершение участники и представители команд сфотографировались на память. Мы благодарим всех за участие и просмотр, желаем хороших летних каникул и прощаемся с вами ненадолго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте это видео по своим социальным сетям. До скорого! Мы с семьей сегодня пришли посмотреть соревнования по плаванию. Очень все организовано, классно, весело. Наши барабанщики были, как всегда, на высоте. Дети в восторге. У нас самые счастливые дети в нашем совхозе. Вот. У них просто нет свободного времени. Они все в кружках, все в занятиях, все занимаются своим развитием. И они самые счастливые дети нашего совхоза.